друзья моего канала. Есть у меня вот такая вот дома кровать или диван раздвижной. Выглядит он в сложенном состоянии. Вот так вот. А в разложенном... Вот так вот. И смотрите, какая произошла с ним неприятность. Появилась вот здесь вот большой зазор. Большая трещина. Ну, не трещина, зазор действительно. Начал отходить вот эта часть дивана. С этой стороны, ну и с той стороны тоже. Поднял я ее и посмотрел, что случилось следующее. Здесь есть такие колесики, по которым передняя часть ездит взад-вперед. И при резком открывании, когда раскладывать диван, это колесико ударяется об переднюю стенку дивана, вот это вот. И что получается? Здесь нету никакой защиты и разбивается ДСП от резких ударов. Вот. Будьте осторожны с такими диванами, сильно не психуйте, когда ложитесь спать, аккуратнее делайте это. Сейчас я померяю этот брусок, ну и в гараже буду делать какую-то защиту. С этой стороны и с этой стороны. Здесь я уже пытался защитить вот такими вот шурупами, но, как видите, они не сильно помогают. В центре тоже такая есть планка. И здесь еще дополнительная поломка какая. Вот разрушился пластиковый сам ролик, по которому бегает. Ну, попробую найти или купить такой. Но если нет, то придется делать его самому. Ну что ж, начнем решать эту проблему. Вот в гараже нашел обрезки нержавеечки, миллиметровочка. Это осталось от моей дробилки кусочки. Вот с них и буду делать упоры. Нарезал я 3 таких кусочка. Сейчас просверлю, ну размечу, просверлю и согну. По 2 сантиметра согну, это будут упоры. Ну вот и готовы упорчики. Отверстие сначала посверлил на 4, но потом из-за того, что тонкий металл, здесь миллиметровка, и шляпку не удавалось утопить, пришлось сверлить на 6. И раззиньковал немножко отверстие, и теперь получается, что шляпка прячется. Здесь нельзя, чтобы шляпка торчала, потому что колесико будет биться, царапаться. Вот. Все, теперь осталось поставить на место и показать уже, как они будут стоять на месте. Ну, смотрите, не нашел я такого колесика нигде, у нас не продаются. Это надо ехать в город искать. Поэтому что я решил? Есть у меня такие две пластмасски. Сейчас просверлю отверстие на 5, зажму болтом, выточу 2 колесика. Поставлю вот здесь вот 2 колесика с этих 2 пластмассок. И будут они ходить и никуда не денутся. Вот таким образом зажал я станочек. И прикладывая напильник, наждачку, я довел до вот такого состояния мой этот ролик. Все, сейчас его сниму, поставлю на место, покажу, как он будет выглядеть. Смотрите, получился вот такой вот колесико. Я думаю, что ходить будет не хуже, чем настоящее, чем государственное. А может и лучше, может дольше, потому что эта пластмасса мягкая, в то же время она скользкая, как фторопласт. Ну, посмотрим. Осталось поставить на место все и показать вам. Ну вот, я установил эти упоры, как вы видите. Вот здесь я заточил, чтобы плавный был заход ролика. Вот, здесь тоже. Ну и третий так же самое. Здесь не стал убирать, пускай как бы помощь немножко будет. Ну и колесико, конечно, поставил. Все, сейчас поставлю все на место и посмотрю. Ну и смотрите, результатом я полностью доволен. Вообще никакой щели нет. Вообще очень плотненько. Здесь, где был ролик, тоже поднялось на уровень. Все.
все. Спасибо за внимание. С вами был Ралик. Кому понравилось, ставьте пальцы. Кому не понравилось, ставьте тоже пальцы. Все, до свидания.